дорогие друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с книгой, которая называется «Что делать, если завидуешь?». Она входит в серию «Эмоциональная подготовка к школе». Почему же эмоциональная подготовка так важна? Не менее важна, чем другие, например, когда мы учим детей математике или чтению. Потому что он должен понимать эмоции других людей и свои. Должен контролировать эмоции, иначе не он будет управлять ими, а они будут управлять им. И последствия могут быть самыми плачевными. Потому что ребенок, попадая в новую среду, испытывает стресс. Он адаптируется к новым ситуациям. И здесь очень важно уметь это делать. И он научится преодолевать негативные эмоции с помощью вот такой вот серии. Как же работать с завистью, если она возникает у малыша? Ведь попадая в новый коллектив, он может начать завидовать детям, у которых есть какие-то вещи или какие-то способности, которых нет у него. Это тоже может накладывать отпечаток на успешное обучение его в школе. И вот как работать вот с этими эмоциями, с этими проблемами, вы узнаете с помощью этой книги. Здесь есть советы для родителей, которые помогут правильно организовать работу. Здесь есть истории и сказки про зависть, как они возникают у детей, как они мешают нам жить, как они осложняют наше обучение. Здесь есть советы, важные условия, в которых малыш получит необходимые навыки эмоционального интеллекта. Здесь есть упражнения и различные психологические методики, которые научат его правильно работать со своими эмоциями и преодолевать их. Сейчас я вам прочитаю сказку, которая называется «Старая кукла». Итак, ее малыш узнает, что же нужно делать, если тебя одолела зависть. Была у Нади кукла Галя. Не любила ее Надя, бросала везде, не берегла. Говорит ей тогда подружка Нина. Что же ты, Надя, бросаешь свою куклу, не бережешь? Разве тебе ее не жалко? А чего ее жалеть, отвечает Надя. Галя уже старая кукла, и платье у нее рваное, и волосы свалялись, выбросить ее давно пора. Не выбрасывай, пожалуйста, Галю, говорит Нина. Отдай ее мне, я знаю, что с ней делать. Да забирай. Отвечает Надя, не жалко. Взяла Нина Галю, помыла ее, причесала, платье надела новое и сделала красивую прическу. Даже бусы свои не пожалела. Стала Галя настоящей принцессой. Глаз не отвести. Увидели дети в садике красивую Галю и закричали. Ой, у Нины новая кукла, какая красивая. Дай поиграть. Она не новая, это старая кукла Галя. Мне Надя ее насовсем отдала. Дальше больше. Мама Нине даже принца купила, раз Нина сделала из Гали такую замечательную принцессу. Смотрела, смотрела на это Надя, завидовала, а потом не выдержала. Отдай мне Галю, это моя кукла. Ты же ее выбросить хотела, передумала. Хотела Нина поспорить с Надей, но не стала. Ладно, говорит, забирай свою Галю, раз ты за нее так переживаешь. Не будешь больше бросать и пачкать. Спасибо, обрадовалась Надя, а потом спохватилась. Ой, а принц как же? Неужели разлучить их придется? А к принцу, ответила Нина, вы будете в гости ходить. Будем балы устраивать и даже дворец им построим. Из кубиков давай. Вот сколько интересных игр можно придумать, когда нет места зависти, а есть только дружба, добро и забота. Завидуя кому-то, мы можем не замечать того, что есть у нас. Не ценить этого. Может оказаться, что тот, кому завидуешь ты, сам тебе завидует. Надо знать свои сильные стороны и ценить их. Как ты думаешь, какие у тебя сильные стороны? С чем ты справляешься лучше всего? Как ты сможешь помочь тому, кто завидует? Чему научишь этого человека? Что подскажешь? Как объяснишь, каким образом он сможет добиться своей цели? Thank you.